Украина и Россия прекратили прямое авиасообщение. В силу вступили санкции Киева против российских перевозчиков, нарушающих международные требования и летающих в Симферополь. Россия назвала это решение безумием, однако приняла такие же меры по отношению к украинским авиакомпаниям. В Министерстве инфраструктуры Украины заявляли, санкции отменят только после того, как Россия прекратит незаконное авиасообщение с аннексированным Крымом и заплатит штраф за нарушение воздушного пространства Украины. Пассажиры недовольны, передает Радио Свобода. Я летаю сюда к родителям. И на самом деле очень сложно, потому что где-то на 50% выросли билеты, цена билетов. И на самом деле стало сложнее, а на поезде долго. Придется, наверное, ездить реже. Поэтому, ужасно. На самом деле, я все-таки надеюсь на то, что власти пересмотрят, как со стороны и российские, чтобы они могли летать, и точно так же и наша сторона, чтобы могла спокойно перемещаться по небу.